aasta 2020 Matsi autokross. Esimese teine poolfinaal olid Eesti poisid peal, igirivaalid oma arvestusklassis Andre Mõõtus ja Veiko Hirsnik. Kahjuks finaalis juhtus neil Veiko kui väike kokkupõrge ja tänu sellele tuli selle aasta autokrossi võitjaks. Võib öelda, et Läti autokrossi elav legend Bruno Leimanis. Ralli Toiska ja pozdravljati peas pobjede. Spasiba. Mu možem govorit o tebe kak o legendi latvijskog autokrossa. Jesli ja pravilno pomnju, ty vystupal zdes i na Bagi, i teper poslednije gode ty jezdiš v sačete gruzovikov. Da, da. Начнем вообще немножко с истории. А что тебе больше нравится, багги или грузовик? Ну, сейчас я уже привык на грузовике, но на багги ехать легче, потому что там побольше контакт может выйти, а здесь впереди радиатор, надо все время... Осторожно быть. Осторожно надо быть. Как тяжело вообще тебе дался эта победа, потому что первые два полфинала Хирсник и Мытус были впереди. Они сейчас... между собой разбираются, кто будет чемпион, кто да. будет вторым. Ну, это мне, как говорится, тяжелые трассы самому побольше нравится и в этой трассе... Скажем, классические трассы. Да, да, классические. Поэтому к них таких я уже от, как говорится, старых времен привыкший. Ну, скоростные тоже идут, но... Классика есть классика. Классика есть классика. Можешь ли ты вспомнить, которая по счету победа у тебя вообще здесь в Матси на трассе была? Ну, может, с паги тяжело, но давай говорим про грузовики. Ну... Ну, 10 может, это будет слишком, но 8 это... 7-8 это точно. Да, да, точно. И какой сезон вообще у тебя выступление в автокроссе? Я недаром раньше сказал, что ты легенда латвийского автокросса. Это мне... Я первое соревнование мне было в 89 году. Потом армия из 93 года. До следующего дня я еду в каждое соревнование. Это через 3 года будет у тебя 20 лет. Нет. Или нет. Сейчас уже мне 26. 26 будет. Да, 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 да. Математика немножко. И ты не собираешься вешать еще шлем на гвоздь? Ну так думано, что до 50 лет буду ехать, но мне уже говорит, надо будет до 55 ехать. Ну, наверное, ну надо будет смотреть, как все, ну сложится. Но в ТАПа ты приедешь, если эти ограничения с короной позволят, ты в ТАПа все-таки собираешься быть на месте? Да, я, в принципе, ни одно соревнование не выпускаю. Если я буду. Попробовать сказать свое слово в конкуренции на подиум? Ну, будем конкурировать. Я думаю, что все фанаты будут этого момента ожидать. Да. Фанаты много. И точка, и еще раз благодарить за интервью и поздравляю с победой. Спасибо.